Добрый день, на связи Планета Авто. Сегодня у нас на обзоре Elefant X50 в красивом сером цвете. Бензиновый двигатель объем 1,5 литра. 103 лошадиных силы, АКПП, передний привод. Литые диски на хорошей летней резине. Пробег 86 тысяч километров. Имеются повторители в зеркалах, рейлинги, спойлер. По салону ухоженный салон, не прокуренный, кожа. Антиюз. Климат-контроль, кондиционер, хорошая мультимедиа, мультируль. Электрорегулировка зеркал, подогрев передних сидений. Пройдемся по ЛКП. 86, 90, 77, 99, 91. 82, 68, 94, 86, 83, 95.